Гинка билоба – это лиственное дерево, продолжительность жизни дерева более 1000 лет. Это дерево-долгожитель. Может вырастать более чем на 30 метров. Гинка существует на Земле уже более 300 миллионов лет. Это поистине самый древний вид деревьев на Земле. Оно помнит всю историю человечества. Какие полезные вещества содержатся в гинку? Терпены в листьях и проантоцианиды. Какие существуют показания для гинку? Гинка назначается при возрастных изменениях в виде ухудшения памяти. Оно обладает сосудорасширяющим за счет выработки оксида азота и антиагрегантными действиями. Гинка улучшает функцию нервной системы, способствуя выработке ацетилхолина. Гинка используется при макулярной дегенерации и диабетической ретинопатии. Гинка способствует усилению кровоснабжения зрительного нерва. В этом случае целесообразная комбинация с антиоксидантами. Гинка используется при периферических сосудистых заболеваниях, таких как диабетическая полиневропатия, болезнь Райно, болезнь Бюргера. Гинка, конечно же, используется при эректильной дисфункции, так как оно является сосудорасширяющим средством. Побочные действия противопоказания. Необходимо с осторожностью применять гинку одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами.